Здравствуйте, меня зовут Федотова Татьяна. Мне 40 лет, я из города Серпухов, я мамочка троих детей. Прям пару слов расскажу о 150 баллах. Что такое 150 баллов, зачем их делать, как мы их делаем и почему. Вот, 150 баллов – это основное условие начисления денег, зарплаты и роста бизнеса. Поэтому мы, как партнеры компании Oriflame, обязаны научиться делать эти 150 баллов. Для меня 150 баллов, скажу сразу, это не проблема. Я продукцию люблю очень давно, я просто пользователь была, да, много лет. Вот, а на бизнес пришла сейчас и четко поняла, 150 баллов – это основа. Поэтому я полностью перешла на продукцию компании Oriflame. Это начиная там краски для волос, а даже одежды, декоративки. У меня вот даже вот часы от Oriflame я люблю. И, в общем-то, у меня проблемы 150 баллов сделать нету. Но когда я поняла, что нужно приглашать людей и их обучать, делать эти 150 баллов, то я им не могу некоторым сказать, что, ну, вот все себе берите, и они, люди, это странно очень воспринимают. И многие говорят, у меня нет денег, я не могу себе там ничего купить. Что я начала делать? Я верю и знаю одну вещь. То, что ты не делаешь сам, ты не можешь этому научить другого. Ну, не можешь, да, что если будешь рассказывать, что вот так делай, это будет немножко выглядеть лицемерием. Люди это считывают, чувствуют. Естественно, они, ну, роста не будет, не будут ничего делать. Поэтому я взяла каталоги и начала раздавать. Я начала отдавать в палатку, рекомендовать подругам, знакомым, родственникам, всем, кому вот, кого я знаю. Я начала пользоваться и предлагать, и говорить, вот я занимаюсь Oriflame, если что-то надо, посмотрите, закажу, классное, вот это, это на себе попробовала, вот это обалденно, вот это запах, вот это у меня есть, давай принесу, в общем-то и все, и то есть я начала делать больше, чем 150 баллов, потому что это основа, то есть я начала это делать сама, как бы брать не себе, я смогла собрать, то есть я делаю больше, чем 150, 300, бывает и 400, то есть как бы, и поэтому я точно знаю, что новичка я смогу научить, по крайней мере рассказать, как это постараться сделать, даже если это не сразу получится у человека, но если он хочет как на бизнес и как бизнес-партнер пришел, то у него обязательно это получится. Поэтому вам всем желаю самим учиться, если вы хотите научить, а начиная с себя, весь бизнес начинается с вас. То есть я четко верю в зеркала и то, что к вам притягиваются люди такие, какие вы сами. То есть если вы сами жадные и ленивые, соответственно, вам притянется жадность и лень. Если вы там злобный какой-то еще, то к вам тоже самое притянется. Работайте над собой, 150 баллов учитесь делать сами. Если не делаете, то четко говорите, что там я не делаю или там я делаю вот так-то и так-то. И этому учите новичков. В общем-то, все. В принципе, мне про 150 баллов больше сказать нечего.